Знартили, кэш, там пацахадун телеканале фир информацию рагдабун, студии честья Талина. Самайна республика МФДС Галама Урсаджи продукции Ласцао, Уэйта Хаямали, Уэкэнджи Тамана, Мангайдар Куама, Афита Санитарун, Служба Тай документа. С документа Кавара Знама, Амали, Уэкэнджи Тацао, Гавард Магаска Куама Кусой, Уэйфаделу, Наоцхасак, Чертко Таригина, репортаж. Фитосанитарон служба я сразу фестема архай, самой арастер цава петер, а мене республика ма фдезгал ама урсач продукции ласен система кондер цава амбалу фаткавердма, ама фарст скотца кондер цава. Ви хаве код удгаз фош чиласу вдома, афта фдезгал ама урсач продукции чиласу уце амали веккенжетем, фарст скотца кенненл костет вересия галигати медер. Для ввоза на территорию республики Южная Осетия из Российской Федерации живых сельскохозяйственных животных либо поднадзорной ветеринарному надзору любой продукции для оформления документов на эту продукцию никаких проблем нет. В цех документ она менгайдер кавы в России каун хазарады састордай, ама бордатты в России территория федезгалы продукции лосынен. Для получения этого разрешения необходимо обратиться в территориальное управление ветеринарии, которое обслуживает территорию того или иного субъекта Российской Федерации, именно с которого планируется осуществить вывоз. Ну, например, к слову, будь то Северная Осетия или там Дагестан и так далее и тому подобное. Вот, в общем, после обращения в субъектовое управление ветеринарии, значит, в течение буквально одного дня, это может быть и час, и два часа, но в течение одного дня максимум это разрешение будет на руках у нашего гражданина. В России ждегай Борлеверт Курцев, в республике Хусар и Ростовне фитосанитарная служба дардатте Ахамгахет, продукции мидема Эрбаласен Федел, вейтау деккак документ, ама эртеккак анамакак гахет тау ветеринарум бараккенен. На живых животных это ветеринарное свидетельство формы 1, в котором содержится вся информация о том, откуда везется животное или животные, да, вся информация о проведенных вакцинациях, диагностических исследованиях. Если это мясомолочная продукция, например, мясо, да, то там содержится информация также о проведенных исследованиях, про ветеринарно-санитарную экспертизу, о происхождении данного продукта. Соответственно, при наличии вот этих трех документов, это разрешение на вывоз территории России, еще раз повторяю, разрешение на ввоз на территорию Республики Южная Осетия и также ветеринарное свидетельство. На живых животных это форма 1, на мясомолочную продукцию форма номер 2. Аца эртеге хатты райсынан бирер эстегне кавы, саразан саиз ибунам худме, аца эмбалун документ дата, каменэвой, уцамалия кэнджетен налудзен са продукции на республикаме ласыны бар. Афтама на республикаме банысангун продукции на игэнен амэ лас цава Курдистану территория. Четкотырегина гасита арсэн медуэтеринат информацион раахт абун. Хастунар хайте терестаджи чифаца фудунен ала аз дарар анани зинят гаканна администрат фада тратты цегати рестон саннатури табау лефнен. Автама цефты фунда сардар плита мадина бузнык зэгэ президентен я алы варсуна хвасы тэхэй. Республика кухтарьева гад сакатчин адай мэктэн кэна алы варсуна хвас, ама армэс медицину нама финансуна хвас нэ фалама саифтун кэна кусты бэнэт дэйдар. Вэ мэйвэл дайма амгуст кэнэнз Афганистаны хасты сакатчин тэпэт ва рэсион ахсанадун организации мэдар. Вудун дэр сынрахи цэн куттой квота тэ цэмэй цалдар адай маджацавэй Москве областы Гурет Руз реабилитацион центрмэ. Нам дали возможность и с заместителем министра здравоохранения по социальным вопросам Найри Садуловне нам опять было предоставлено 11 путевок санаторно-курортное лечение. Эти мы подготовили ребят, вернулись уже с санатории Урстун четверо. В понедельник мы отправляем еще четверых. Есть категории ребят, которые будут отдыхать в Томинске и в Нагутине. Мы благодарим нашего верховного главнокомандующего президента Анатолия Ильича за поддержку и за внимание. Он оказал огромную поддержку инвалидам в приобретении новых протезов. Было сделано двум инвалидам протезы. Одному протезил пинок, другому один протез.
Поздравляем нашего Верховного Главнокомандующего, президента Анатолия Ильича Бибилова, с Днем воздушно-десантных войск. Желаем ему силы, терпения, на благо нашей Родины, процветания и здоровья ему. Август на Санкт-Петербурге в Ахцавза на Хурадун Зунадун форум «Здравствуй, Россия!» Хаад Мадзе Фаисен с Дуния Алуком Тацарагу России Федерации Бастекта Вадун Мадзе Хусар и Ростон Скула Завтай Ахур Растаджа Хурсбарак Кананта Чиравдисе Вадун Дар. Росотрудничество имени Варады Сарглава Хусар и Ростона Сергей Скворцов Феймбалт Хусар и Ростона и форумы Хаад Чиисе Вадунима. Амаса Бафазахста Самай Табынатмен Цавге Радун Хатна Республике Аккагай Равдисой. Бансан Макутта Свелеттем Кайвадзен Эстер Хустарт. Вы туда едете не просто так, вы представляете Южную Осетию. И по вам, по вашему поведению, по вашим манерам, по вашему общению будут судить люди о всей республике. Фентасамай энундасам август мана республика Эрцойцадецур вахцавзан бардун заржета ахсанадаму фестиваль струны аланской души. И организатору немзахун зараканек бард Колымбек Тілейла. Уэзэгэ зэгэ фэндэд цамай на республика вахдар цава ахан фестиваль. Ама президент Бибил Танатолия Хосей Рывнатта ябацатта кэнэмэ. Фестивалы программа вэдзэн кэзды гэмэ цэмэдисун. Яха дишита программа мэгэскэ базунзэсты ама фэнзэсты ирун культура кафтэмэ зарды айват сара Застымасын экскурсий тәдәр. На республике ифтарама айвдар бінәттәм. Фестивалы валахи зауты хорзақчын арцавзысты зәрділдарын лавәрттәй. Лавәртсін арцавзан лауреатама дипломаты нәмтті. Мне кажется, в Осетии необходимо организовать этот фестиваль, потому что на фестиваль, как правило, приезжают люди из других стран. Приедут люди с Азербайджана, приедут очень большое количество людей приедет с России, приедут люди с Белоруссии. И вот мы будем слушать, как они поют, как они нам показывают свое искусство, творчество, и мы для них тоже будем что-то, естественно, показывать. То есть мы будем показывать им наши танцы, мы будем показывать, как мы поем, наше многоголосие, ну и так далее. Хочу, чтобы мои друзья узнали, что такое Осетия. Чтобы они не просто приехали, посидели возле костров, попели песни, покушали пироги. Хочу, чтобы они нас изнутри поняли. Хочу пригласить всех жителей города Цхинвал, гостей города Цхинвал на этот фестиваль. Для тех победителей, которые у нас получат номинации лауреат и дипломант, у нас уже приготовлены подарки. И у меня возникла такая идея. Я хочу распечатать побольше форматом, сделать логотип нашего фестиваля, где указывается, что этот фестиваль проходил в Южной Осетии, вот где он проходил, что это международного формата фестиваль. И вот когда те люди, которые выиграют здесь, станут лауреатами и дипломантами, они где-то на других фестивалях будут раскрывать свои палатки, и там будет вот наш логотип. Естественно, все остальные будут спрашивать, а что это у тебя за логотип, потому что нету палаток с логотипами, еще ни у кого нету. И, конечно, люди будут говорить о том, что вот они были в Южной Осетии, что-то они там выиграли. Ахамедестена информацион службе бацатта гундер мачтан каттариттар кусут хорс хабарте, а мен радо фимбелдме эфирам.